полироль – это не только глянец и красота на поверхности, но и надежная защита. И она особенно актуальна для внешних элементов. Казалось бы, только помыли, а грязь уже тут как тут. Для кузова существует большое количество восков, силантов, полиролей. Для внешних элементов кузова есть XP Cool Blue. XP Cool Blue не только придает пластику лоск и блеск, но также формирует на поверхности защитную пленку, которая придает поверхности гидрофобность. Именно это свойство препятствует оседанию грязи на пластике. Проверим. Нанесите средство на аппликатор. Затем тщательно располируйте по поверхности пластиковых элементов кузова до достижения необходимого результата. Напоминаю, основная функция XP Cool Blue – защищать. Да, пластик будет выглядеть как новый, и продлится это очень долго. Правильно я говорю, пацаны? Правильно. XP Cool Blue работает.